Вітаю в ефірі, студія Репортер. Я Віталій Птхемі. З задоволенням вітаю в нашій студії Євгена Хижняка, декана факультету адвокатури Одеської Айр академії. Пане Євгене, добрий вечір. Здравствуйте. Говоримо про буремне життя факультету навіть в такий період, непростий, з точки зору підситуація, карантину. Але жити потрібно. Потрібно навчати, потрібно розвиватися. Скільки я знаю, є кілька цікавих подій, пов'язаних з факультетом адвокатури. Давайте проанонсуем важные события. Отже, пане Евгений, вам слово. Здравствуйте, уважаемые, уважаемые телеведущие, студия, уважаемые телезрители. Факультет адвокатуры не стоит на месте, и несмотря на то, что у нас карантин, пандемии, мы движемся вперед и стараемся идти в ногу со временем, о чем постоянно стараемся вас информировать. Но прежде всего для наших юных школьников, абитуриентов, будущих студентов мы проводим знакомство с профессией школы юного адвоката. У нас с понедельника стартует школа юного адвоката, которая продлится 4 дня. Что позволяет школа юного адвоката? Это прежде всего знакомство с Национальным университетом Одесской юридической академии. Это и музей редкостной книги, и музей оружия, и знакомство со спорткомплексом, и э, знакомство с работой полиграфа. Кстати, э, факультет адвокатуры — один из немногих факультетов, юридических факультетов в университете, который изучает э, работу полиграфа, так называемого детектора лжи. Для чего это необходимо? Для того, что не только органы следствия применяют и должны знать работу данного аппарата, так, детектора лжи, но и адвокат. Почему? Потому что часто подзащитным или клиентам адвоката применяют непосредственно эту технологию выявления и работы полиграфа детектора лжи. Поэтому как правильно методика работы с полиграфом, как правильно должен применяться полиграф, какие результаты может дать работа с полиграфом, все это должен знать и будущий адвокат, в том числе не только работники правоохранительных органов. И какие могут ошибки допускаться в применении полиграфа. То есть и наши абитуриенты также будут ознакомлены современными технологиями работы полиграфа, детектора лжи. Кстати, один из руководителей американской фирмы, которая производит, является крупнейшим производителем детектора лжи во всем мире, подарил Национальному университету Одесской юридической академии самый современный детектор лжи. И теперь наши студенты имеют такую возможность проходить на самом современном оборудовании, обучение и изучать современные технологические возможности полиграфа-детектора лжи. Также у нас запланирован мастер-класс от известных адвокатов, запланирована этика и адвока... тренинг по этике адвоката, также у нас запланирован мастер-класс по ораторскому искусству направленные также для будущих адвокатов. И мы хотим продемонстрировать такие исторические известные речи адвокатов, плевака, Кони и других известнейших адвокатов не только в Одессе, но и во, вс во всем мире. Также у нас запланировано самое главное. Это экскурсия по факультету адвокатуры, посещение совета адвоката в Одесской области и встреча с Бронзом Иосифом Львовичем, который является главой совета адвоката в Одесской области и преподавателем факультета адвокатуры. Там ждет наших абитуриентов увлекательнейшая экскурсия и рассказ о становлении адвокатуры в Украине, в Одесской области и в частности в Одессе. Также самым главным заключительным этапом проведения школы юного адвоката является подготовка модели судебного заседания, когда наши абитуриенты получат так называемую фабулу дела, и у них будет возможность почувствовать себя в роли адвоката, в роли прокурора, судьи и полностью разобраться в юридических тонкостях будущей профессии, почувствовать себя одним из участников процесса. И это все будет проходить в зале судебного заседания. У нас на базе университета есть специализированная аудитория зал судебных заседаний, где наши студенты, абитуриенты смогут себя почувствовать настоящими юристами и профессионалами своего дела. То есть это будет такой Тиждень, можливо, не повний тиждень, але насичений різними подіями ну, корисними, без сумніву, для амбітної молоді. А вінцем цього всього, я так розумію, може за рік, може, може раніше, стане те, що ця молодь стане студентами факультету адвокатури. Долановита молодь, амбітна молодь. У нас найталантливіші студенти. Ми ніколи не гнались за кількістю студентів, ми завжди. вот в поисках качества студентов, поэтому наши студенты нас радуют результатами ЗНО по э, завершению бакалаврата и при поступлении в магистратуру. И 98%, 98 успешно сдали ЗНО по праву в прошлом году э, для поступления в магистратуру выпускников э, факультета адвокатуры. Поэтому у нас самые сильные студенты. Э, мы студентам нашим даем не только теоретическую подготовку, но и практическую. Вот они с первого курса начинают уже посещать юридическую клинику Национального университета Одесской юридической академии. Сергей Васильевич более 20 лет назад создал эту клинику для того, чтобы наши студенты, аспиранты и преподаватели предоставляли населению Одессы и в целом Украины безоплатную юридическую помощь. Этот проект существует более успешно существует более 20 лет, и это позволяет делать нашим студентам первые шаги в практической деятельности юриспруденции. Я хотел бы отметить, что факультет адвокатуры признан лучшим и практикующим факультетом в Национальном университете Одесская юридическая академия по итогам работы в юридической клинике. Наша наши студенты больше всего предоставляли, скажем так, консультации населению, предоставили качественной юридической помощи населению, и, конечно же, это было отмечено президентом нашего университета. Якщо ми говоримо про розвиток факультету адвокатури, ми говоримо і про ті спеціальності. Я знаю, пане Євгене, що є нова спеціальність, акредитація, іде. Скажіть, будь ласка, про таку спеціальність. Сьогодні ви бачите, наскільки інтенсивно розвивається мир общество, і юриспруденція перестала бути от, тільки представленням. Юридических услуг. Это все же стал вид заработка юристов. Каждое адвокатское объединение, юридическая компания имеет целью своей да, получение, не то, получение в конечном итоге прибыли. Но, к сожалению, так случается, что не каждый хороший адвокат, не каждый хороший юрист является менеджером хорошим. Ну и не каждый менеджер в то же время является хорошим адвокатом или юристом. Мы долго размышляли над этой проблемой, как же выстроить и научить наших студентов и дать всю необходимую базу для того, чтобы все таки адвокатуру, юридический бизнес развивать правильно, в правильном направлении. Потому что если посмотреть, да, вот открывается адвокатское объединение, да, и оно застывает на том уровне, ну максимум по горизонтали развивается, набирает большее количество адвокатов, да, для, по, скажем так, найму. А, а, допустим, не открываются филиалы, да, в других городах, не развивается. Плюс, к тому же, как и в любом бизнесе, да, должна присутствовать там, брендирование да, адвокатского объединения, правильная продажа услуг своих. Как это ни странно, допустим, звучит, да, но тем не менее юридические услуги надо тоже правильно продавать, как любые услуги на рынке. Поэтому было принято такое решение президентом университета Сергеем Васильевичем Киваловым открыть образовательную программу на базе факультета адвокатуры, менеджмент юридического бизнеса. Наши студенты будут имеют возможность э, не только получать юридическое образование, но и параллельно получать э, образование менеджера, экономическое образование. Это позволит э, нашим студентам э, по окончанию факультета адвокатуры получить два диплома. Кто захочет быть юристом, может быть только юристом. Кто захочет быть экономистом сможет быть менеджером, да, сможет в этой сфере реализовать себя как менеджер. Но мы наш, нашим студентам рекомендуем, чтобы они все-таки соединили две эти специальности, потому что навы, навыки менеджмента они рано или поздно к этому придут, навы, навыки менеджмента для развития их дальнейшего юридического бизнеса и процветания будут просто необходимы, поэтому было такое принято решение, и, конечно же, оно будет качественно по-другому сказываться на подготовке будущих адвокатов, юристов и их процветанию и восстановлению. Поэтому все, кто желает получить не только юридическое образование, а и экономическое, они с удовольствием могут продолжить обучение на нашем факультете и объединить в себе два таких прекрасных образование как экономическое и юридическое. Ну давайте еще добавим, что само, сама, по себе сама по собі освіта не здобувається, помогают викладачі, професури, викладательский склад, давайте несколько слов скажем про тех, кто будет помогать освоювати новую специальность. У нас железное требование на факультете адвокатуры, которое установил Сергей Васильевич Кивалов. Он сказал, что я действующий адвокат, и на факультете адвокатуры должны преподавать все действующие адвокаты, желательно руководители адвокатских объединений, которые дают не только теоретические знания, но и практические знания. Ведь не все могут в учебниках написать, не все рассказать. Иногда бывает, что в учебниках теоретическая составляющая, да, она чуть-чуть отличается от реалий которые происходят на практике, законодательство интенсивно меняется, подходы э, меняются, поэтому э, на сегодняшний день на факультете адвокатуры преподают в основном э, преобладающее число преподавателей у нас преподаватели практики, адвокаты, судьи, практически 90 это все преподаватели, э, которые имеют свидетельство на право заниматься адвокатской деятельностью. Поэтому мы гордимся нашим преподавательским составом. И я, может, повторюсь, но такие преподаватели, как Бакаянова Нана Мезенина, которая имеет имя во всей Украине и за пределами нашей страны, как специалист в области адвокатуры, доктор юридических наук профессор, является секретарем дисциплинарной палаты квалификационной дисциплинарной комиссии Одесской области, заведующая кафедрой организации судебных и правоохранительных органов и адвокатуры, заслуженный юрист Украины. Хотел бы отметить также нашего преподавателя, уважаемейшего во всем мире адвоката Бронзиосиф Львович, заместителем главы националь... наблюдательного совета Национального университета Одесской юридической академии является глава Национальной ассоциации адвокатов Украины Изавитова Лидия Павловна, которая, скажем так, если простым доступным языком для абитуриентов, их родителей сказать, это главный адвокат страны. Это показательно, что именно адвокат входит в руководящее такое звено наблюдательного совета. Лидия Павловна неразрывно связана с Национальным университетом Одесской юридической академии. Мы очень долго сотрудничаем на протяжении десятилетий, поэтому э, качество подготовки будущих адвокатов у нас на высоком уровне и вот такое пристальное внимание руководства Национальной ассоциации адвокатов Украины и непосредственное участие руководства э, Совета адвокатов в Одесской области в лице Бронза Иосифа Львовича и главы квалификационной дисциплинарной комиссии Рудницкой Натальи Анатольевны подготовки будущих адвокатов на факультете адвокатуры, оно, конечно, дает значительные такие плоды, которые выливаются вот непосредственно в качество подготовки будущих адвокатов. Я бажаю вам успіхів, пане Євгене, вашим колегам взагалі всьому факультету. По-перше, успіхів в школі, яка стартує в понеділок. Побачимо їх результати. Я впевнений, що вони будуть відмінні. І обов'язково запрошую ще обговорити успіхи структурного підрозділу Одеської юридичної академії, такого успішного підрозділу, як факультет адвокатури. Успіхів. А дякую за те, що Спасибо. розповіли нам останні новини з факультету адвокатури. Вами був Віталій Хемі. Залишайтесь на телеканалі Репортер. До нових зустрічей До нових зустрічей в ефірі.